Орел? Решка. Решка бьет первый период. Ударил по ушам, нормально? Не по правилам. Держите, держите! Держите, на штаты! Садись, молодец. Держи, кем попал. Да не попал, да. Правша и сатанист. Серег, ты это делал хоть раз? Нет. Никогда не делал? А почему решил прийти? Просто про хайпа набирать, короче, потому что я сам блогер, и почему бы не попробовать. И плюс еще стал. Зато честно. И 100 тысяч рублей выиграть. Верно. Орел, решка. 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 Кто бьет, он? Ты бьешь первый. Ты первый бьешь. Давайте, ребята, поддержим, поддержим новобранца. Было не пальцами. Поаплодируем! Ты как? Отлично. Сотрясения не будет, можем, может, остановить. Я никогда не сдаюсь, я спортсмен. Смотри, ты ему сделал гематому. Потому что это не... Это значит, что ты попал не туда. Попадание вот сюда. Ты в порядке? Конечно, в порядке. Ты не слышишь уже. Целься, не нарушай, не вреди. Давай хлёст поддержим. Серёг, Серёг, ещё одно нарушение дисквалификации. Сейчас мы берём удар дисквалификации. Идите. Не глаз. Поаплодируем пельмени! Хороший удар!
Все, вот сейчас хорошо засадил. А что порвал? Хитрый ход слиться просто. Пельмень выиграл, красава, пельмень выиграл. Да подожди, успокойся, он шутит, покажись врачам. Давай в клетку его, против Новоселова. Слизь-то, надрыв слизь-то. Что такое, где он зубы ударил внутри? Ну надрыв. По уху прилетело двумя пальцами, но тут я сильного нарушения я не вижу, это не грубое нарушение, потому что трудно прицелиться по щеке четко. Ну сильный, мощный тип вот этот черный. Так, пацаны, держите. Спасибо. Пересчитайте. 150. Да. Поаплодируйте. Сразу за рекламу. Давай.